Всем привет! С вами Ксюша. Предлагаю сделать волшебную открытку, которую я назвала «Вместе навсегда», то есть и днем, и ночью. Мне понадобится два листа белой бумаги, красная бархатная бумага, файл или тетрадная обложка, клей, карандаш, ножницы, резак, два перманентных маркера, цветные фломастеры и стразы для украшения. Для начала оставляем один лист белой бумаги, карандаш и линейку. Обрезаем от края листа полоску 5 см, чтобы лист остался длинный и узкий. Теперь делаем заготовку для нашей открытки. С одного края откладываем 1,5 см и загибаем. Оставшуюся часть сгибаем пополам. На верхней половине откладываем по 1,5 см от каждого края. Рисуем и вырезаем резаком рамочку. Внутри открытки помечаем места рамочки. На файле или тетрадной обложке обводим заготовку и вырезаем прямоугольник по ширине и высоте меньше открытки на 1 см. Приклеиваем внутрь открытки по краю рамочки. Обводим открытку на красной бархатной бумаге и вырезаем рамочку такую же, как на верхней части заготовки. Приклеиваем на лицевую сторону открытки. По желанию можно украсить стразами, как это сделала я. Теперь внутри открытки рисуем рисунок. Я нарисовала двух котят на фоне ночного неба. Заклеиваем свободные края открытки. Красным перманентным маркером обводим на файле слово «Love» и черным перманентным маркером «Кошек». Обводим открытку на белом листе бумаги и вырезаем прямоугольник на 0,5 сантиметра уже, чем открытка. Из красной бархатной бумаги обрезаем полоску шириной 3 сантиметра и сворачиваем пополам. Вклеиваем внутрь отрезанный листок белой бумаги. Фон. Я нарисовала солнце, голубое небо и зеленую травку. Вставляем внутрь открытки. Наша волшебная открытка готова. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А с вами была Ксюша. Всем пока-пока!